Мы должны оттянуть вверх бровь, как бумажка должна быть кожа, ровная. И тут мы начинаем работать с серией точек. Тут было задание рисовать точками одинаковой длины штрихи. Сейчас она дойдет до морщины и должна остановиться. Вот она машет то в воздухе, то цепляет кожу, но стабильности мало. Натяжение кожи на веках очень важно, она должна быть абсолютно ровной. Она натягивала просто вот так, в две стороны, и вся кожа была в морщинах у нее, вот такая была кожа. Это неправильно. Wrinkles, да, много морщин, по ним ровную линию не сделать. Здесь очень сложная мелкоморщинистая века, и это... Мы должны оттянуть вверх бровь, вот. Как бумажка должна быть кожа, ровная. И тут мы начинаем работать с серией точек, то есть вот. Они должны быть максимально стабильны, одной длины, с одним нажимом. И между каждой точкой должна светиться кожа. Если сейчас вот я растяну кожу, да, это очень важно. Если я собираюсь работать у межреснички, там кожа сложно натягивается. Натягивается сложно, у межреснички еще ничего, но как только я выхожу вот на эту поверхность, где века, там я должна натянуть ровно, чтобы ровно было. И я продолжаю вот класть еле видные воздушные точки. Вот такие маленькие штрихи, как она укладывала, можно делать только там, где будет плотный прокрас. И ни в коем случае я не могу работать, когда я вот положила пигмент, он лежит на коже, я должна обязательно стереть. Ватный диск должен быть мокрым, потому что сухим, если тереть, кожа очень быстро воспаляется только от трения.